национальной борьбе Куреш. Красных шорта команда Усть-Коксинского района. Кызыл штанды күрешчілер, көксу озаймақтың күрешчілері. 58 килограмм бескелі күрешчілер. Такин Еркей. Төлес сөкті көксу озаймақтан. Суаш Шуфтан оғудыра. Конзошев Рустам. Спорттың үзі. Алтан 6 килограмм бескелі күрешчілер. Алексей Калбуков төле сөкті. Оғаудыра Тадыров Анат. Спорттың ұзы грек-рим күрешіне Чамал Аймақ. 7-4 килограмм бескелі күрешчілер. Артур Тархатов Сойон. Спорттың ұзы. Оғаудыра Алиев Рустам. Спортуңызды самбо күрешті. Сегізден 2 килограмм. Черепанов Айдар Майман сөкті. 98 жылдың әл ойының кеңгішілі. Көксі оза имақта болған. Ого, удара 3 килограмм. Абаков Николай Көбек. Один из сильнейших борцов республики. Жуков Артем. Спорттың ұзына кандидат самбо күрешті. Ого, удара. Списке күрешчісі. Уважаемому судье и самому справедливому, который все видит и смотрит, Сергей Павлович Ялчину. Приглашается первая пара, 52 килограмма. Злобин Юрий Куюков Эзен. Злобин Кызылгурду Оғудыра Куюков Эзен. Он сам родом вообще-то с Улагана. Но Чамал благодатная земля. Кемуни алған күрешші Куюков Эзен. 35 секундың тұрғында. Бағам! Бежен 8 килограмм беске құшырылып кет. Такин Еркей. Төлес сөкті. Анзошев Рустам. Чамал Аймақ көк ұрлы. Индубарин Антон Бакунов Ирбис. Срочно пройдите кедру. Кедр вас ждет. Молодец.
занимается в следующей потоке. Киринов, Попов, Сиденов. Кажется, команда сегіз күрішчі. Тұрғыза үйді көксу оз аймақта бір кеңі. Екінші күріш башталып кет. Ай, бұл түнде бе? Вот которые сидят у тебя, но он прямо перед носом. Ты их тоже подними, я понимаю, что они представители. Ну поднимай, поднимай. Пускай они сидят, они посмотрят, будут орать. Давай. Төрт минут тұңдыр құнына. Күрешет. Кең үшіл жақталбаса, база 2 минут құрдан дұдып. Оның кейінде жақталбаса, бескеді. Бескелерді кеше бескеді күйін, үзейсінің жазында бич күйін. Бір-бір, кеңіні чамал аймақ, қала соқты. Қызыл ғұрла! Көксінің күрішшілер жеткен. Поправковый Юрий, Чемальский район. И 2-0. За моей спиной сидит почетный президент Федерации национальной борьбы «Куреш» Текенов Эдуард Михайлович. Вечный контролер главного судьи. Поправляет постоянно. Чамал аймақ кеңіп кет. Құрдан, от. Қадын башына қадын іші күрешіп кет. Екі минут өте берді. База екі минут. До конца нас! Давай! Стоять! Бир-бир!
Алганчы минута. Отбив на него, вот это. Вот, все. Опа! Таганда, таганда! Кемли қата Влад Шамал аймақтың күрешшісі Анат Тадыров алды. Тархатов Артур көксінен сойын сөкте оғылдыра. Алиев Рустам Шамал. 0-3. 3-0. Шамал аймақ теңіп кет. Со своих земляков прибежал, в буквальном смысле прибежал депутат Государственного собрания Горутай Тюлентин Владимир Николаевич. На соревнованиях по борьбе куреш присутствует герой России, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Скоро и в Новосибирской области будут бороться по борьбе куреш. Депутат Государственного собрания Тюлентин Владимир Николаевич выступает спонсором на $1000. Рублей. И Усть-Кокса побеждает при появлении своего депутата. Победа несет Тархатов Артур. Yeah.
Давайте. Вот он свободы. Без божества. Об этой игре расскажите, пожалуйста, как называется, какие правила этой игры? Бег Томжанов. Это из истории рота Томжанов, который как бы первоначально дали именно этим бегам, то есть бег с партнером. Тут выбирается два человека одного веса и... Естественно, они начинают соревноваться. То есть какая пара сильнее, быстрее и хуже, они должны показать не только силу, но и быстроту. Тут очень много качеств от самого человека зависит. Получается, эта игра еще древняя, с древних времен? Да, из древних времен рота Томжанов. Но конкретно так не фиксируется годами, а вот оно идет как... Из поколения в поколение. Угу. То есть, можно сказать, даже из древних времен, когда люди уже начали заниматься. Что можете рассказать об этом празднике? Как давно зародилось? Ну, первый Хэллоуин проходил в 88 году, 1900. Тоже в Ело, на той стороне. Начало было очень хорошее, но, естественно, оно продолжалось и сейчас продолжается. Сегодня даже день такой встал. Никогда еще такого не было, что люди могли спокойно отдыхать, смотреть, следить за участниками, со соревнующими. Ну, естественно, открытие было красивое. Тысячу раз, наверное, меньше футбольного мяча. Как тебе это удается? Ну, у меня лично рекорд тренировки 2,5, почти 3. Это с чего? Я первый раз участвовала в сильном выборе, судя как я занял второе место. У нас тоже занялась сетью национального спорта. Ну, вот сегодня ошибся один раз, как считаешь, это я думаю, сильно? Я ошибка не моя. С помощью. Хотела заново рекорд сделать, 3000. Больше. Сколько мне рассказал один дед, когда-то они были маленькие, и они делали шкуры. Сейчас сделали это национальный, просто, скажем, дебил. Город мастеров тут не было. Слыхал, это не легенда, это просто была игра в нашем селе особенно, как Кокаре. Город мастеров в первом году? Ой. Лучше, чем Республиканский район. Здесь легче, что смотря как в Кашагарском районе. Здесь соревнуются в основном спортсмен, жонглер Кашагарского района. Город мастеров в спортсмены с Кашагарского района соревнуются командами Лаганцами и Шабалинами. Основная команда, сильнейшая команда.
Какие правила игры? Кто больше забьет? Ну, кто больше забьет, там имеет тактика. Спортивное, так скажем, мастерство. Меня зовут Еркин, я с родом Кыбык, с Кожевецкого района, занимаюсь в 2000 году и в школьных годах до сих пор. Являюсь неоднократным чемпионом Республики Алтай, межрегионального праздника Киловы. И сегодня постараюсь тоже победить. Если позволяет погода, так скажем, ветер. Мы сейчас сами видели, как ветер помешал мне. Сейчас еще две шанса есть. Вот такой.